Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулов, не забывайте увидеть мой ник по регистрации. Если увидеть мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия, сегодня мы поработаем металлоломщиком, потому что, как вы знаете, я проиграл все деньги в казино, и теперь нужно как-то выкручиваться, как-то зарабатывать. И сегодня хочу посмотреть, сколько там платят. Я когда-то давно тестировал эту работу, но там платили очень мало. Но, как вы знаете, после Нового года на всех работах подняли очень даже неплохо зарплату. И я хочу посмотреть, сколько платят металлоломщикам. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. А перед началом ролика хотел бы посоветовать очень интересный проект. Называется он Redfire Roleplay. Это интересный проект, на котором очень классный модпак. Постоянно проходят конкурсы. Также у них выходят регулярные обновления, поэтому вы точно не будете скучать. Повторю, ссылочка на данную группу в описании. Всем советую. Зайдите, посмотрите хотя бы в группу, какой у них модпак, какие у них конкурсы. Просто зайдите, посмотрите, я думаю, вы не пожалеете. Ну что ж, пацаны, я уже успешно приехал в Южный. Давайте зайдем, устроимся на работу. Я не помню, как эта команда уволится. Так, вот, металломщик. Она доступна с 4 уровня, но мне сначала нужно уволиться с работы своей, которой я сейчас работаю. Все, я успешно уволился. Теперь давайте устроимся металломщиком. Так, вот, металломщик устроится. Суть работы заключается в перевозке спрессованного металлолома. Сядьте в один из эвакуаторов и подъедьте задом к металлому. Отвезите его на отмеченную на карте точку. Удачной работы. Ну, в принципе, работа легкая и понятная. Просто нужно брать и возить металлолом. В Южный, получается. Сейчас пойдем в Арзамас, я возьму грузовик и уже начнем нашу работу. Посмотрим, сколько вообще будут платить и сколько мы сможем заработать. Ну что ж, пацаны, вот я и приехал в Арзамас, получается. Именно здесь находится данная работа, возле ФСБ. Вот, получается, здание ФСБ. И вот здесь находится работа металломщика. Итак, нам нужно подбежать вот на этот чекпоинт. Взять работу, аренда стоит 1000 рублей, отправляйтесь по чекпоинту для загрузки металла. Все, окей, заводим двигатель, заезжаем, получается, на чекпоинт и ждем, в принципе, загрузочку. Когда у нас появится вот такой вот зелок, в принципе, на нашем кузове, и мы сможем уже ехать, как бы, работать. Хотя почему-то он не появляется, но что-то должно произойти. Я не знаю почему, но почему-то оно не работает. Может, нужно посигналить? А, да, нужно посигналить, пацаны. Все, получается, вы берете фуру, подъезжаете на чекпоинт, сигналите, и вам дается вот такое вот чудо, которое вы должны отвезти в Южный. Давайте я вам по карте покажу. Нужно ехать на грузчике, получается, в Южный, именно туда нам нужно отвезти этот металлолом. Все, давайте засекаем время, в принципе, так, тайм. Время у нас сейчас 10:54, посмотрим, за сколько мы сможем доехать в Южный, и посмотрим, так, сколько нам... Я уже подъезжаю, в принципе. Я ехал не через весь город, а ехал через объезд, получается. И все, я приехал, нам заплатили 20 тысяч. И заняло у нас это 6 минут. То есть, если мы посчитаем, мы за час можем заработать 200 тысяч. Да, за час мы можем заработать 200 тысяч на этой работе. Я считаю, это очень даже неплохо. Ну, типа, рейс у вас занимает 6 минут. И то, смотри, как я ехал. Я ехал отсюда, через Роговичи, получается. На Нашан я не поворачивал, потому что если ехать через весь Южный, там много светофоров. Я ехал, получается, объезд. Через второй въезд в Арзамас. И у меня это заняло 6 минут. Я стоял на всех светофорах, то есть я на один светофор даже не проехал, поэтому я считаю, работа очень даже неплохая. То есть за час вы можете заработать спокойно 200 тысяч на 4 уровне. Я считаю, это очень даже достойно. Короче, пацаны, я сейчас монтирую это видео и понял то, что я жестко тупанул. За час вы сможете заработать не 200 тысяч, а 100 тысяч, потому что я еще не учел дорогу назад, получается. Вы назад будете ехать тоже 6 минут примерно, поэтому за час вы сможете заработать всего лишь 100 тысяч. Но для тех, у кого большой уровень, у меня есть лайфхак, пацаны. Если у вас большой уровень, просто ставите спаун вокзал Арзамаса и все. То есть вы довезли рейс, релогнули, взяли фуру, поехали обратно. Потом довезли рейс, релогнулись, взяли фуру, поехали обратно, короче. Так, пацаны, делайте, и за час я уверен, что вы сможете заработать 200 тысяч. Но если у вас маленький уровень, то, к сожалению, вы не сможете спамиться в Арзамасе
и данным лайфхаком вы не сможете воспользоваться. Я извиняюсь за то, что я немножко тупанул. Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Я извиняюсь за то, что мои видосы такие короткие. Но просто зачем снимать видео очень длинное про какую-то работу? Потому что здесь так все понятно. Я просто сделал один рейс, посчитал, сколько можно заработать за час, и все. Вот и все, пацаны. Снимать видео там на 10, на 15 минут нету никакого смысла. Ну и так понятно то, что за час можно заработать 200 тысяч. Поэтому, пацаны, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал. Всех люблю просто. Давайте наберем до лета 20 тысяч подписчиков. Я очень прям этого хочу. Кто не знал, у меня и в июне будет день рождения. Поэтому, если вы мне на день рождения подарите 20 тысяч подписчиков на канале, я буду очень сильно рад. Поэтому, пацаны, просто не ленитесь, ставьте лайки. Даже если вы не любите, как бы, смотреть видео по данному проекту, просто возьмите и поставьте лайк. Потому что я старался, я тратил свое время, я снимал, я монтировал. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк. А кто не подписан, просто подпишитесь на канал. Все, пацаны, всем пока-пока.